Толка и стробежец. Смотрите. Все, один, два, три, давай. Я думаю, не будет. Ну, посмотри, как будет удобно, я скажу тебе. Хорошо, хорошо. Можешь посадить только вот так, есть аирбаг. Если что, тебе можешь ты посадить. Угу. Пока непонятненько, ну ладно, потом разберемся. А ноги на выход, потом... На выход? Можно там. Ага. А сколько метров под землей? Страшно.
метров. Сейчас? Да. Сейчас немного, 50, ну, 100 максимум. Да, ну сейчас почти 100. Тоже не низко. Как река называется? Обратно на машине, да, возвращаемся? Да, обратно на машине. Надо, да? Нет, сидите. Лежите. Не вставайте. Ой. Ничего не делайте, только вставайте. Мне что-то неудобно.